Так, ну, давайте знакомиться. Надеюсь, все подтянулись. Присаживайтесь. Здрасте. Секунду. Всем привет. Напоминаю, для тех, кто в онлайне, что мне только что саппорт сказал, онлайн звук опаздывает на вроде как даже минуту. Поэтому вот я минуту назад говорил, слышно или нет, все писали, не слышно. Теперь все пишут, короче, что всем слышно, и из этого состоит весь чат. Вот, короче говоря, все началось. Меня зовут, как сказано на этом экране, Валерий Орлов. Я действительно арт-директор. Вот, и тот, кто организовал эту творческую встречу, не соврал. Вот. Что надо сказать? Путь сюда был не быстрый. Сейчас я работаю в Минске, в компании Black Beacon. И здесь у меня были запланированы некоторые мероприятия, в том числе мы успели договориться об этой творческой встрече. Вот, а так как мы подобные мероприятия хотели назвать давным-давно, то вот как-то оно так все сошлось. Тем не менее, я не был готов к тому, что будут всякие снежные бураны, заносы. Вот, и то, что должно было занять 10 часов, заняло 4 дня. Вот, меня с женой, с ребенком возвращали на границе. Нам нужно было сделать дополнительные документы. Короче говоря, все это было очень долго, и наконец-то я приехал с дня прям под утро. Вот, соответственно. Валерий Орлов, действительно арт-директор. Соответственно. Тот, кто организовал эту встречу. Сейчас тут как-то трудно все это двигать. Вот. Да, тайминг нашей беседы, наверное, будет все-таки примерно 1 час. Вот, это связано с тем, что я только что вам объяснил, почему. Если кто-то помнит этот замечательный фильм, там была такая классная фраза, когда он говорил Макушли, да, о том, что если ты через 10 минут не победишь, то через 20 минут забрызгаешься кровью. Вот примерно точно так же я. Если я через час не закончу творческую встречу с вами, то я буду здесь просто лежать и храпеть. Поэтому отнеситесь как бы с пониманием, мы будем работать четко по плану, но не будем особо рассусоривать. Я думаю, это будет всем уместно, потому что суббота вечер, и слушать арт-директора, я думаю, не так уж и прикольно. Вот. Понеслась. Собственно, в анонсе там было много чего, что называется, много букв, но по мере того, как я сюда долго и нудно продвигался, как-то информация еще больше структурировалась и уже как-то оградилась в такие 3 основные блока. Собственно, парадоксы индустрии, о чем мы с вами вначале поговорим. Вот, такое ожидание и реальность, условно говоря. Вот, потом арт-путь. Это, собственно, как стоит его, наверное, выстраивать. Есть проблемы какие-то? А, все в порядке? Вот, собственно, арт-путь. Как его стоит, наверное, проходить, но это не аксиома, естественно, это просто заметки того, как у меня это получалось, и не всегда хорошо. Возможно, это кому-то поможет. Вот. Ну и, наконец, моя любимая тема, это, собственно, как же уходить из компаний, вот. Потому что вроде как мы все слышим, как приходить в них, и куча всяких мотивационных вещей, но вот как из них уходить, на самом деле, редко кто рассказывает, а нюансов там масса. Вот. Короче говоря, вот такая вот будет у нас презентация. Поехали. Так, мышка. Так, ну, мы начнем, наверное, с парадоксов индустрии. Как было написано в анонсе, в деле я уже давно. Сам по себе я профессиональный художник. Много чего позаканчивал, отчасти что-то мне пригодилось в карьере, что-то нет, но пройдя путь 10 плюс лет в индустрии, я понял, то, что мне казалось, что не поможет, помогло, а то, что казалось, что поможет, не помогло. Вот, и поэтому точно такие же парадоксальные вещи существуют и в самой индустрии. Здрасте, пожалуйста, заходите. Вот. Собственно, с каких позиций я буду это говорить? Мне посчастливилось поработать во многих
компаниях. В том числе у меня была своя компания. Потом я ее успешно закрыл. И работал как во фрилансе, так и в офисе. В офисе, который работает на фриланс, в офисе, который работает на себя, фриланс, который работает на себя, что странно. И фриланс, который работает на фриланс. В общем, это такая сумасшедшая вещь. Вот. Причем все это было связано с тем, что каждый раз приходилось выходить из такого, из такой приятной для нас области комфорта, да, чтобы куда-то двигаться дальше. И по сути это были постоянные куда-то перемещения, вот, в том числе и в другие города. Успел поработать в мобильной индустрии, в ММОшных проектах больших, в киноиндустрии, во всяких тренинговых вещах, в целом в так называемой интерактив индустрии, да, то есть... Ну, много чего пришлось сделать. Вот, поэтому то, что я вам попытаюсь сейчас впихнуть вот в этот час, он будет такая выжимка, да, из вот этой вот 10 лет опыта, который я прошел. И надеюсь, он вам чем-то поможет. Да, и, кстати, вот эта картинка, что она вообще означает? Ну, я думаю, тут лучше не скажешь. Но чем вы больше будете узнавать о том, как это реально все происходит, тем меньше у вас будет... падать вера, что вы, ну, как бы, на то, что вы рассчитывали на самом деле. И в то же время, чем больше вы будете развиваться в этой индустрии, тем больше у вас будет появляться понимание того, что вы на самом деле очень, очень мало знаете. Так, ну, первый парадокс, с которым лично я столкнулся, он довольно простой, вот, и в то же время... страшный, вот, потому что, ну, люди приходят в индустрию для чего, да, делать кино, крутые игрушки, трали-вали, все весело, вот, сумасшедшие AAA проекты, в общем, все в восторге от индустрии, и на самом деле так оно и есть, и это очень классная замануха, как бы, для того, чтобы людей в нее заталкивать, вот, на самом деле все происходит немножко иначе, и вы, скорее всего, в начале пути так точно не будете делать вот эти все вещи. Вот, вы будете заниматься вещами попроще. Вот, и все эти вещи, они какими будут? То есть, есть еще такая проблема, о которой я чуть дальше буду рассказывать. Это, собственно, как вырваться из круга, ну, каких-то привычных тебе вещей. Там, вот, с чем сталкиваются художники, в частности, там, в Украине. У нас очень много... мобильного контента, мобильного арта, мобильных игр. Вот. Очень мало AAA игр, очень классных, их вообще единицы. А вообще, на самом деле, их нет. Вот. Поэтому народ, который хочет вырваться из этого как бы круга, он попадает в систему, когда у него есть портфолио, он его показывает, допустим, в компанию, которая занимается двумя направлениями, там, крутыми играми и... мобильными играми, условно говоря, хотя я не считаю, что они плохие, я об этом чуть позже поговорю, я просто говорю о разнице того, чего вы хотите делать и чего не хотите, допустим, или хотите, но еще не знаете об этом, или хотите, но не захотите потом. Вот. Они сталкиваются с тем, и я точно так же столкнулся с такой ситуацией, когда ты показываешь портфолио, они смотрят на твои работы, говорят, типа, чувак, ну, ты вроде как неплох, мы не можем тебе предложить, правда, вот эту вещь, потому что портфолио у тебя связано с вот этим. И так будет постоянно, то есть вы в любую контору, в которую не придете, будете показывать свое портфолио с тем, что у вас есть, скорее всего, вас на это будут брать. То есть никогда такого не будет, что вы покажете иконки, а вам скажут, типа, чувак, ну ты настолько классно рисуешь иконки, что давай ты будешь рисовать персонажей. Вот, этого никогда не будет. Поэтому это надо понимать сразу же. Вот. И, соответственно, у нас там будет блок, собственно, как двигаться по творческому пути. Я расскажу несколько таких приколов, как можно обходить такие моменты, особенно будучи по ту сторону баррикад и отсматривая портфолио людей, которые мне пишут. В общем, я с той стороны расскажу вам какие-то нюансы, как можно это обходить. Вот. Но суть такая, то есть делать крутого много, вначале вы этим заниматься точно не будете, скорее всего. Вот. Как этого добиться, чтобы сразу сюда пойти, мы рассмотрим во втором блоке. Но первый парадокс такой.
все круто, но в начале совсем не так. Второй парадокс, который тоже, он как бы яркий, но он не совсем сразу такой заметный. То есть все знают, что в CG люди получают дофига, и, например, в Беларуси даже, как бы, ну как сказать, их не очень долюбливают, таких людей. Вот. Но не только там. На самом деле уже существует такая борьба людей, и я на самом деле к ним тоже отношусь, к той категории, которая считает, что не должны, наверное, одна индустрия переть вверх, а другая катиться в одно место. То есть, конечно, где-то баланс бы хорошо. Но на самом деле, иметь. Но на самом деле все пока есть вот так. Вот. В целом индустрия CG набирает обороты. Грузить вас какой-то статистикой денег, сумм и тенденций вообще не хочется. Это все могут открыть. Но посмотреть сами. Но на самом деле деньги там крутятся колоссальные. Например, некоторые компании за выходные зарабатывают столько, что можно на эти деньги сделать несколько других проектов. Причем и в нашей СНГшной тоже. Вот. Но это не означает, что эти деньги посыпятся к вам в карман, естественно. Вот. Опять-таки о том, как добиться того, чтобы ваша зарплата росла, мы рассмотрим в блоке номер 2, собственно, творческий путь. Но вы должны быть готовы к тому, что когда вы приходите, вы должны рассчитывать на то, что у вас будет та зарплата, которая соотносится с вашими умениями, чем с ожиданиями. Есть не очень приятный момент, когда выпускаются там программисты с институтов, художники, программисты больше даже. Они приходят в компанию и говорят: я хочу сходу там 1000-1500 долларов, две там космические суммы ломят. Точно так же, в принципе, художники, а как вы знаете, профессиональных CG-художников у нас на данный момент не так много. Вот, собственно, хотелось бы сказать, наверное, отдельные слова вот этому курсу, этому помещению, этому месту, что оно вообще существует, потому что когда я начинал, ну, это вообще ничего не было. То есть мне просто, как я думал, хотелось сделать мультики, но когда я понял, что мультики вообще у нас никто не делает, пришлось сделать игры. Вот. Но я понял, что и, собственно, игры у нас тоже, ну, особо не делают. Это потом уже, скажем так, пришло. Вначале у меня тоже была такая эйфория. Но вы должны быть готовы к тому, что и даже скорее это хорошо было бы, если бы вы не хотели много денег, потому что это будет один из таких, ну, даже не мотивационных вещей, а скорее адекватного ответа на ваше старание в индустрии. Следующий пункт, который хотелось бы рассмотреть. Вот. Это, собственно, что индустрия, она огромная. Если вы откроете там сайт, я забыл, может быть, после самого творческой встречи я найду, скину его. Есть такой сайт, где показана планетка, и там натыканы такие точечки, типа компании, которые существуют в мире, CG-шные, все. Там кто мобилками занимается, кто кино, кто аутсорсом. Ну, их там миллионы, короче, их очень много. Вот. Но фишка в том, что в этих миллионах на самом деле очень трудно подняться, особенно в наших странах. То есть из-за того, что опять-таки у нас нет таких топовых крутых проектов, можно отдельными работами люди выбираются вверх. И, собственно, Харьков один из неплохих регионов в плане развития CG-шников. У нас очень много ребят, которые получают на профессиональных площадках Хаварды разных мастей. И это свидетельствует о неплохом росте наших ребят. Когда я начинал свое дело еще, по-моему, 2006 год, то есть мы, тогда был какой-то Damien's War 2, наверное, или 3, в таком духе, не помню, какой точно. Вот, и там все просто фанатели от того, что люди делают. В те времена выбился как раз Виталик Булгаров, вот, со своими работами вверх. Ну, в общем, это было космос, короче. Мы на это смотрели, как на что-то невероятное. И добиваться этого было, ну, практически невозможно. То есть единицы этого делали. Сейчас же даже в нашем родном Харькове очень много ребят добиваются хороших результатов. И это означает, что все могут это сделать. Но сделать это очень сложно. Но суть этого слайда не в том, вот, что можно это сделать. Это, скажем, уже блок номер 2. Вот. А смысл в том, что
несмотря на вот эту массовость всей этой индустрии, многие ваши хорошие вещи могут просто не замечать. Они будут утопать вот в этом месиве хороших вещей, потому что хорошего очень много. Но если вы сделаете что-то плохо, об этом узнают сразу же все практически. Вот, потому что индустрия, несмотря на то, что она огромная, она очень плотная. И вот за то время, когда я работаю, мы неоднократно встречались с людьми, с которыми мы хорошие отношения имели, плохие, увольняли друг друга, нанимали друг друга. Вот, то есть это такой ком. И опять-таки в блоке номер два мы поговорим об этом, как, собственно, стоит общаться, потому что вот эта вещь, она очень важная. Вот, и, в общем, не надо делать плохих вещей в индустрии, потому что о вас моментально все будут знать или передавать это все по сарафанному радио. Следующий нюанс индустрии – это о том, что, как я говорил, уже карта, о которой я говорил, компании просто немерено. Вот, кажется, что ты можешь сделать все, что угодно и где угодно, но на самом деле реально пойти куда-то некуда. Вот, или же вы не проходите по скиллам, вас просто не берут, либо вы не знаете язык, не можете уехать и банально общаться с кем-то, либо вы обладаете какими-то скиллами неплохими, но в силу того, что вы не знаете того, о чем я сказал выше, не можете пойти в то, куда вас хотят взять. Вот, постоянно получается такая ерунда, когда вы хотите себя реализовать, но реально это негде сделать. Вот, и я расскажу, что можно с этим делать, по моему мнению лично, как из этой ситуации выходить. Но, тем не менее, реально парадокс вот такой, по крайней мере у нас. На Западе немножко другая ситуация. Я часто смотрю, допустим, там выходит какая-нибудь игра крутейшая, да, там, ну, не знаю, там, последний Battlefield 1, да, там, вот. Очень круто смотреть титры у этих проектов или у фильмов. Там, на самом деле, очень много важного. Вот если вы посмотрите на человека, который был арт-директором Battlefield, то вы увидите, что вся его карьера состоит, в общем-то, из Battlefield. То есть он пришел в DICE, работал в DICE, продолжает в нем работать и, надеюсь, будет дальше продолжать работать в DICE. То есть опыт там колоссальный, и у людей есть возможность сразу же прийти в компанию, которая может, ну, создавать вещи, да, уже такие с мировым именем. То есть нам немножечко сложнее, потому что нужно пробиваться через те проекты, которые в основном засели на нашем регионе. Кстати говоря, на одной из конференций несколько лет назад я была такая типа тусовка инвесторов, вот, и народ, ну, как бы вот такие, как мы, артисты, короче, типа, спрашивали, а почему вы там не хотите делать, ну, крутые, классные игры? Вот, один из них сказал, что в этом нет смысла, потому что мы, ну, типа, мы не хотим вкладывать в это большие деньги, мы лучше будем вкладывать в маленькие проекты, во много маленьких проектов, чем в один большой. То есть рисковать и заниматься каким-то самоутверждением никто не хочет, к сожалению. Вот. Поэтому вот такая особенность пока есть в нашей индустрии. Ну, правда, не везде. То есть потихонечку она уже начинает выбираться в свет. Что хорошо. Как бы ни было... Короче, вот этот слайд — это вообще парадокс в парадоксе. Вот. То есть, несмотря на то, что сумасшедшая конкуренция существует среди художников, пробиться реально в какую-то нормальную тему очень сложно, при этом всегда не хватает кадров. О чем это говорит? Это говорит о том, что индустрия постоянно растет, и реально ее можно представить как такую пирамиду, да? Вот, то есть, в любой момент времени у вас всегда будет работа. Вот это как-то трудно принять, и я когда смотрю кино, там, вышел какой-нибудь там «Хоббит», думаю, блин, вот если бы я там типа родился на 5 лет раньше, вот я бы к этому времени успел бы набрать каких-нибудь скиллов, возможно бы мне повезло, и меня бы взяли на этот проект, и я бы, короче, типа в нем поучаствовал. Вот не надо так думать. Потому что у каждого свое время, и вы к тому моменту, когда вы подрастете, будет такой проект, в котором вы поучаствуете, и все равно все будет двигаться дальше.
Вот, но только для того, чтобы в нем поучаствовать, вам нужно будет как раз-таки очень сильно развиваться. Но не надо бояться. То есть, если раньше, скажем, нужно было сидеть там перед очень неудобными учебниками, там плохо распечатанными, смотреть, как устроен там вообще ZBrush, или там какой-нибудь 3D Max, то сейчас есть курсы, и это прям вообще круто. Я уже не говорю об онлайн-уроках всевозможных, где вообще классно. Ты сидишь с чайком, ну, короче, космос. Вот, поэтому сейчас можно запросто развиваться, и не надо переживать о том, что вы там не найдете какое-то свое место в индустрии. Его реально много, вот, и честно вам говорю сказать, что сейчас на рынке людей таких вот прям вообще супер-мега скиллованных достаточно мало. То есть из того, что нам требуется в компании, мы очень мало людей можем реально найти по то, что нам нужно. Вот, поэтому людей много, предложений много, конкуренции тоже много, вот, но и крутых чуваков тоже мало. Поэтому проблем с этим абсолютно никаких нет. Но фишка сама по себе очень интересная. Это, наверное, мой второй по тому, как мне нравится этот, ну, вся наша презентация, блог. Я не нашел картинки лучше, которая может проиллюстрировать творческий путь художника. Мне кажется, она отлично подходит. Собственно, те вещи, о которых мы поговорили с вами сегодня, они все напрямую завязаны, как вы поняли, на то, как же нам, собственно, развиваться для того, чтобы быть конкурентоспособным, найти все-таки работу мечты, получать много денег и по пунктам выше, о которых мы поговорили уже. Давайте сначала, наверное, разберемся с тем, ну, структурируем, да, что, собственно, вообще существует на рынке. Ну, вариантов на самом деле не так много. То есть их два. Есть еще, конечно, вариант третий, типа своя контора, но она все равно или офис, или фриланс. Вот, поэтому, в принципе, как-то так. Я часто там читал, даже посматривал всякие видосики, где народ там мудро размышляет о том, что лучше офис или фриланс. Вот, на самом деле хорошо все. Вот, и все заманухи, типа там с печеньками, они существуют на самом деле тоже везде. Либо дома, либо в офисе, или их может не быть ни в офисе, ни дома. Вот, поэтому за этим точно гнаться не надо. Соответственно, вы сами просто для себя должны решить, чего вы хотите. Как у меня это происходило? В принципе, у меня, наверное, было такое, типа, как это сказать, поэтапное такое развитие, когда, ну, собственно, я ничего не умел, мне надо было чему-то научиться. Соответственно, я пошел в офис, потому что на фрилансе научиться, ну, практически невозможно. Вот. Тот, кто умеет что-то делать с нуля или уже побывал в офисе, ну, в принципе, ему можно идти во фриланс. Тоже достаточно логично. Вот. Тот, кто работал и там, вот, он уже понимает, что тошнит в итоге и то, и то. Вот. И поэтому у меня получилось так, что у меня получается вот типа офис, фриланс, офис, фриланс, офис, фриланс. То есть как-то вот постоянно идет такая итеративность, и как только вы хотите спокойствия, вы идете на фриланс, как только вы хотите коллектива, шумихи, движухи, идете в офис и обратно. Где развитие больше? Больше развития в офисе однозначно. В начале пути я бы точно всем прорекомендовал бы точно идти в офис работать, однозначно. Потому что в офисе есть ребята, которые сильнее вас, во много, у них можно всему учиться. И вы в офисе должны выглядеть как Спанч Боб, который в себя все втягивает, абсолютно все. Вот, там лишней информации вообще не будет. И делайте это обязательно. Во фрилансе какие у нас есть, ну, такие нюансы? Ну, на самом деле фриланс всегда рисует вот именно так, и я именно поэтому специально такую картинку выбрал. Но на самом деле он вообще другой.
То есть я где-то находил картинку смешного демотиватора в интернете, где человек типа 8 часов работает в офисе и все с ним классно. А во фрилансе человек работает 24 часа и все плохо. Вот, поэтому, чтобы хорошо работать на фрилансе, во-первых, надо уметь работать. Это, кстати, качество, оно относится и к одной, и к другой категории. Работать надо всегда и везде. Причем за свой творческий путь я понял, что приходить на работу и работать – это совершенно разные вещи. Потому что я встречал и таких людей. Вот, поэтому вот в этих двух вещах вы должны сами понять, чего вы, в принципе, хотите. Для новичков однозначно офис 100%. Для всех остальных как угодно. Вот. Какие есть еще нюансы, скажем, во фрилансе? Во фрилансе вы можете за короткий период времени поучаствовать во многих проектах. Это круто. Если вы придете в офис, у вас не всегда будет такая возможность. Я когда пришел в свою первую контору, ну там типа делались несколько разных игр. Я такой, типа, специально там, а можно я чем-нибудь нарисую? Ну, то есть, чтобы больше набить себе, как бы, на опыт, портфель там, ну, то есть, быстрее набрать какой-то опыт, который будет невероятно важен для того, чтобы там дальше двинуться. Вот. Но если вы придете в контору, где разрабатывают там или однотипные вещи, или вообще какую-то одну большую игру, то, здрасте, велика вероятность того, что пройдет много времени, вы можете сделать один проект или вообще его не сделать. Вот. И за большой период времени получите мало опыта. Такое тоже может быть. На фрилансе у вас есть возможность лаврировать как бы и искать те вещи, которые вам больше нравятся. То есть поделать одно, поделать другое, поделать пятое, десятое. Это очень хорошо. Собственно, как важный момент, как найти работу. Это превью к тому, как уйти с нее. Тут есть как бы два нюанса, с которыми я столкнулся, понял, переварил как-то. Ну, собственно, тут понятно все, да? То есть представьте себе крепость, не спеша, народ расселся вокруг, там пьет типа щи какие-нибудь средневековые, там, ну и ждет, пока просто умрут те люди, которые находятся внутри. Вот. А Блицкриг это немножко по-другому. То есть вам надо, ну, реально рисковать свою жизнь, вы можете, собственно, не увидеть финал, да, то есть скорее вы, наверное, умрете, а те люди, которые будут отбиваться, они, возможно, будут радоваться и праздновать хэппи-энд американский классический. Вот. Но в Блицкриге что хорошо? Вы за короткий период времени можете добиться быстрого результата. Вот как это можно вообще вот понять? Например, вам очень хочется попасть в какую-нибудь компанию. Вот прям вообще капец как. И вы не обладаете многими скиллами, вы умеете рисовать чертовы иконки. Вот только их. Вы делаете себе быстрый портфель иконок, очень крутых, классных, отсылаете в эту компанию. И там, условно говоря, вместе со сбором портфеля и всего остального, вы там за месяц типа добиваетесь результата и попадаете в эту компанию. Вот. А дальше вы типа включаете режим Спанч Боба и втягиваете в себя вот это все, о чем мы говорили выше. Вот. Осадный вариант подходит для тех, кто не спешит никуда устраиваться. Он может спокойненько типа рисовать чуть-чуть иконок, там чуть-чуть персонажки, чуть-чуть окружения, всего по чуть-чуть рисовать. Вот. И в итоге он такой собирает типа портфель мощный. Вот, идет в какую-то там контору или в несколько, пытается это все куда-то там пропихнуть. Вот, это такой вот осадный вариант. Он долгий, менее как бы энергозатратный, вот, тоже рабочий. Но для новичков я бы опять-таки посоветовал вот вариант Блицкрига. Ну, собственно, я так и поступал. У меня не было возможности сидеть и ждать, пока меня заметят. Вот, и поэтому я тоже там за несколько дней нарисовал типа себе портфель такой, вот, и собрался, и пошел в компанию, вот, сказал, сколько я хочу денег, меня послали, я пошел в другую компанию, вот, и вот во второй компании меня взяли, вот, это было прям круто. И, причем я на тот момент даже не знал, как пользоваться планшетом, вот. Я реально все забацал мышкой.
Вот, и директор у меня, он просто, типа, просил, ты можешь вот, ну, вообще просто показать, как ты это делаешь, типа, мышкой. Вот. Ну, то есть, это было странно, короче. И я бы тоже так сейчас бы попросил, если кто-то пришел. Я нарисовал это, вот, меня взяли на работу. Короче, вот такой вот, типа, был хиппи-энд. Ну, вот, как бы, учитывать вот эти нюансы, они существуют. И, в принципе, вариант Блицкрига очень крутой. То есть, вы берете, набираете самое мощное, что у вас есть, типа, там, вот, вы умеете рисовать классную персонажку, рисуйте ее. И пытайтесь уйти, пробраться куда-нибудь именно через персонажку. Там. Не пытайтесь там сразу там генералом стать, там все уметь. Да, никому не надо. Вот. Причем вот то, что вам надо много знать, на самом деле нифига. То есть если вы вспомните первый парадокс, то вы все равно будете чем-то одним, скорее всего, заниматься. Вот. Поэтому знать со многих сторон, конечно, вещи хорошо. Общее представление о них знать тоже. Чем вы будете круче, тем будет лучше, естественно. Тем у вас будет больше возможностей, опять-таки, даже в Блицкриге в этом варианте пробиться. Потому что там между двух ежиков выбирать ежика простого или ежика с яблочком, ну, наверняка выберите ежичка с яблочком. Вот, поэтому такие нюансы. Собственно, как этого всего добиваться? Я сразу признаюсь, я тупанул, короче, и, ну, я неправильно нарисовал этот слайд, вот, я просто долго подбирал престиж или имидж, вот, и в итоге пихнул и то, хотя снизу должен был, типа, быть скилл, вот. Вот эта система, ее не я придумал, я просто часто анализировал, как же можно все-таки как-то вот структурировать такой вот творческий процесс. Вот, собственно, в самой компании это называется как управляемое, скажем, творчество, так я его называю. На самом деле оно все сводится, по сути, к гайдам. Когда человек должен выкладываться на максимум, но все равно идти в русле того, что нужно. Вот. Таким образом, у вас не получается вот этого дергания, когда каждый художник обладает каким-то своим стилем, хочет чего-то новенького привнести. Вот. А можно я сделаю так. Вот это все, короче, очищается гайдами. Вот. И становится как надо. И с этим, в общем-то, все просто. А как вот построить самого себя? То есть, вот как так сделать, чтобы у меня, во-первых, я нашел работу типа своей мечты, вот, мне было комфортно самим собой, чтобы я типа получал много денег, чтобы у меня были классные скиллы, это туда, где имидж, смотрите, вот, ну и собственно, чтобы типа меня все любили, то есть вот, как это сделать, или ненавидели, например. Посмотрел лекцию одного классного чувака, вот, он вообще типа не из этой темы, он парикмахер. Вот. Но он объяснял женщинам, девушкам, вот они там пришли на подобное мероприятие, он им объяснял, почему там стрижка Сергея Зверева стоит 2000, типа, а ваша 5 гривен. То есть, вот, там, типа, как этого добиться. Вот. Вот такая лекция у меня была. И я это понял как-то, что, в общем-то, это неплохая тема, вот, ее можно как-то перенять под себя, и к чему это все свелось. То есть он это как это все это объяснял. То есть представьте, что у вас там есть, условно говоря, небольшой такой коридор, да, через который вы тянете шкаф. Он такой, ну, типа почти заподлицо такой. Его, ну, невозможно вот так взять и сдвинуть. И поэтому вам приходится по каждому уголку его постепенно так вот сдвигать, чтобы его выдвинуть. Вот. Ну и у него это все сводилось, собственно, к цели цена. Ваша цель может быть любая. Она может быть, типа, я самый крутой, у меня классный скилл, там, ну, все что угодно. То есть тут не важно, на самом деле, по какой вы будете стороне это идти и где будет, собственно, конечная точка ваша. Вот. Соответственно, чего он предлагает? Ну, первое, что вы вообще должны уметь делать, неважно, вы там художник или парикмахер, правильно, да? Вы должны уметь вообще что-то делать. Вот. Поэтому основная наша фишка, как бы, это вот этот блок имидж,
имидж, который должен быть блогом скилл. Вот. То есть вы должны его развивать как угодно. То есть это ваша основная, такой, ваш фундамент по-любому. Почему я его запикселизировал, как бы, это мой квадрат, который я себе сам составил. Вот. И мне стыдно признаться в том, что там написано. Вот. Поэтому я его сделал кубиками. И причем его можно составить как угодно. Но здесь видно, что зарплатные ожидания у меня, ну, как бы нормальные. Я там, ну, там не стремлюсь к миллионам. Вот. По скиллам я чего-то умею. Вот. Ну, так себе коммуникация. Вот. И чего-то начинает получаться там в каком-то типа престиже. Вот. Ну, это на самом деле общие фразы, потому что этот слайд не показывает, какого все цветов. То есть я усложнил эту систему, которую он предлагал, и раскрасил все свои там цели или скиллы в разные цвета. Условно говоря, желтенький, типа серый вообще не умею, желтенький начал изучать, там зеленый что-то понял, и условно говоря, там салатовый, типа мастер. Вот. Так вот он такой весь, типа, ну, оранжевый в основном. Вот. Поэтому мне немного стыдно за это, вот. И я его закрасил и серматовил. Но смысл такой, то есть я, в принципе, предлагаю вам пользоваться этой штукой, она реально классная. То есть вы просто пишете там в первом пункте, сколько хочу получать? $1000. Чего я умею? Пишите там, рисовать, там, все. Там, коммуникация, там, не знаю английский, типа, там, все очень плохо с выступлениями, боюсь собеседований, там. И, ну, что можно там вымечили в престиж? Там, участие в каких-то конференциях, выставках, типа, нету. Там, дальше, наличие каких-нибудь авардов, там, типа, мечтаю. Вот, ну, в таком духе. И когда вы поймете, вот, проставите по-честному, потому что себе вообще никак не соврешь, да, абсолютно никак не соврешь. Хоть вы там кому-нибудь будете там распылять крылья, говорить, что я там... Но себе вы все равно не соврете. Как только вы это выпишете, вы понимаете, почему ваша цена не $1000, типа, а 200. Вот. У кого-то может быть другая ситуация. Он распишет, типа, 1000, распишет все это дело и скажет 1500. То есть... Вот. Вот это вот классная вещь. Я очень всем советую. Прям вообще класс. Я вот, когда себе ее расписал, показал всем, все сказали, прикольная штука. Вот. Пользуюсь ей. И самое интересное, и такое вот прям завораживающее, когда вы понимаете, что вы какой-то скилл типа качнули, вы заходите в Excel-чик и перекрашиваете из красного в оранжевый. Там. Вот. И понимаете, что вам еще, ну, очень далеко до зеленого. Очень. Но это очень мотивирует, и вы понимаете в среднем, кто вы и вообще, и что вы из себя представляете. Там, если мы там рядом поставим какого-нибудь, ну, Аарон Бека, да, какого-нибудь там художника, там, ну, там все будет зеленое, короче, вот, и он молодец. Вот. А у вас, типа, все красное, все плохо. Но это вот дает вам зато понимание, то есть лучше суровая правда, да, чем сладкая ложь, поэтому ваша... точная оценка того, что вы на данный момент являетесь на рынке, она поможет вам в дальнейшем выстроить тот путь, по которому вам дальше двигаться. Соответственно, мы сейчас о нем и поговорим. Потому как вообще, зачем это надо? То есть, если вы изначально плохо составите то, что вы из себя представляете, вы вообще дальше ничего неправильно сделаете. Я вот уже несколько лет использую термин как клубок с нитками, он касается всего, и вашего творчества, и работы в компании, и чего угодно. То есть, вот как вы начали наматывать, да, его, вот вы так наматываете, если вы где-то ошиблись, вам надо отмотать это все дело назад и опять по новой наматывать. Соответственно, это время, деньги, нервы и все остальное. Поэтому, чем вы правильнее начнете вот с вашу первую точку, тем лучше. Следующее. Ага, это мой самый любимый блок. Тогда мы поговорим еще здесь. Я не успел сделать этот слайд. Вот, но он должен был означать, типа, как составить портфолио. Зачем мне это надо? Ну, во-первых,
я много отсматриваю разных портфелей, которые мне приходят, и многие вообще не хочется смотреть. И это проблема. Не потому, что я типа крутой, вот, и могу там вершить судьбы. Вот. А потому что я когда-то тоже был вот там снизу, условно говоря, обычным художником, который мечтает вообще попасть в индустрию. И я не знал, как это правильно составить. У меня первое резюме мое было такое, типа, на 5 страниц, там все написано. В общем, ну, все, что я... Короче, там исповедь, типа, меня. Вот. Ее никто не читает, вообще никто. Вот. Если вы художник, первое... Ну, первое, что вы должны сделать, это хотя бы соблюсти то, что просят, типа, вакансии. Ну, там, если вас просят, укажите вакансию, на которую вы претендуете, укажите. Это несложно. И это не делает почти никто. Вот. И почему это надо? Потому что, ну, ее неудобно, короче, сортировать. Ты не понимаешь вообще, что это за человек, зачем он вообще нужен, что он хочет. Вот. Очень маленькое сопроводительное письмо, в котором... Ну, в 2-3 словах написано вообще, кто вы и чего вы хотите от этого человека, которому вы пишете. Вот, потому что когда у вас, ну, куча таких писем, типа там 40 за день или там 20, ну, вам не хочется читать там вот эту всю тему, которую пишут. Были случаи, когда люди выставляли в приоритет не свои скиллы, а писали о том, что мне очень плохо, типа я там, ну... Ну, чуть ли не умираю, короче, возьмите меня в индустрию, вот, и ты такой, и там реально такое письмо, ну, прям, блин, меня зацепило, и я сижу и думаю, как мне помочь этому человеку, понимаете, вот, вот не надо этого делать, потому что самое важное, за что вас будут реально ценить, это ваш скилл, вот, поэтому покажите его, то есть, если, и я так и делаю, то есть, я вот смотрю, открываю сразу ссылочку, если ее нет, вообще закрываю письмо, вот, если есть приоттаченный какой-нибудь документ, где оно теоретически может быть, о чем не указано свыше, тогда я туда лезу, типа, захожу, смотрю, ссылочка, она, естественно, не кликабельная, не делайте так, вот, это реально очень занимает много времени, опять-таки, потому что вам приходится в день просмотреть несколько десятков таких писем. И когда вы это все-таки введете, наконец-то все, вы увидите какой-нибудь трэшовый сайт, ужасный, там, мерзкий, или пару работ, или в лучшем случае ссылку на Behance, и дай бог, чтобы она была ссылка на ArtStation. Вот, вот когда вы пройдете через эти все круги ада, вы понимаете, что, типа, блин, а зачем я сюда шел? Ну, потому что там вообще нечего посмотреть, как бы. Вот, то есть ваша задача это в первом же письме сразу же показать, кто вы. То есть вы можете делать, либо вставлять какую-нибудь превьюшную там attach картинку, или вы можете очень правильно это все написать. Я тот-то, хочу того-то, вот мои скиллы, все. Вот это идеальная вещь, вот, вы по ней заходите, все смотрите, если вам все нравится, пишите дальше там человеку, который может с ним связаться, если не нравится, тогда пишите человеку, который может с ним сниматься, что вам не нравится. Вот, обычно так это происходит. Ну, вот как-то так. Вот, поэтому составление портфеля – это, я считаю, наиболее важная вещь, которая нужна для поиска работы, и очень многие к ней довольно хреново относятся и делают это некачественно, что называется, без любви. Вот, такие письма, их сразу видно, вот, и отвечать на них не хочется. А когда мы пишем, типа такой, ну, классический корректный вопрос, мы свяжемся с вами, возможно, в дальнейшем позже. Вот, я таких много получал писем за свою карьеру. Вот, то, как бы, иногда приходит еще и ответ, на самом деле. Такое тоже бывает. И там люди пишут о том, что, типа, мы не оценили их скилл, там, они, мы вообще, типа, непонятно кто. Тогда спрашивается, зачем ты писал, то есть... Вот, ну и так далее. То есть вот, вот этого тоже не надо делать, потому что вторая ссылочка, которая вам пишется в таком ответе, которая, кстати, набирается не авторучками, у нас, по крайней мере, так. Вот, мы пишем о том, что мы занесем вас в базу, типа, людей, с которыми, возможно, свяжемся, типа. Ну, такая замануха, короче. Вот, мы реально это делаем. И многие люди, с которыми мы где-то встречались, вот до того в каких-то письмах, они обычно
И, ну, если вам надо, вы к ним всегда можете вернуться. Если вы напечатаете туда такой, типа, стрёмный ответ, вот, то, ну, навряд ли с вами свяжется. Вот, причем у меня была такая штука, мне, короче, все очень было плохо, мне надо было, типа, срочно найти работу. И я писал, ну, вообще везде писал просто, это давно было. И у меня была такая тактика, я ее назвал 1%. Вот, ну, то есть, что это означает? Вы пишете в 100 компаний, одна вам отвечает. То есть, какая вероятность того, что из 100 компаний вам ответит одна компания? Ну, большая достаточно. То есть, если вы хотите, чтобы вам ответили 10 компаний, вы пишете там, ну, понятно, да, геометрическая прогрессия. Я так делал, то есть, я реально это все печатал туда. Вот, и там приходили в основном, типа, там, мы с вами свяжемся, короче, типа, там, ну, вообще скоро свяжемся. Вот. И я уже потом нашел работу, уже там, типа, все классно, вот, ты ни о чем не думаешь, а тут приходит, типа, пынь, письмо, там, вы отсылали нам, типа, заявку на такую-то должность, у нас она появилась, там, круто, приезжайте. То есть, и ты такой, блин. Вот, а прошло полтора года, то есть вот так. Ну, то есть это работает, поэтому не пишите туда вот эти вот странные ответы, вот, и не надо этого делать. Собственно, когда вы такие пробьетесь в индустрию, вам сам там все будет типа нравиться, ну, нормально, в общем, там все хорошо, поверьте. Вот, кто работает, тот знает. Там все хорошо, вот, вы будете там развиваться, будете там фанатить от каких-нибудь художников, вот, вас будут ненавидеть там, ну, по-разному будет. Вот, и в итоге вы придете к тому, что вы хотите, ну, свалить отсюда, откровенно свалить. И вот это мой самый любимый блог, вот, и давайте все-таки разберемся, как это сделать, ну, правильно. Вот. Вот так не надо уходить. Точно не надо. Не стоит так делать. Давайте разберемся, когда же надо все это делать. Ну, допустим, вы проработали. Вот мне просто за опыт моей работы, я не считаю, что он там типа большой, но он какой-то есть уже. Вот. И в среднем. Я понял, что люди обычно повторяют одни и те же вещи. Ну, то есть, типа, статистика такая. Вот. И, ну, первый такой важный статистический факт, это о том, что все, что вам соврали на собеседовании, или вы соврали на собеседовании кому-то, когда вы хотели пойти на работу своей мечты, вот, вы все узнаете о человеке ровно через 3 месяца. Вот вообще все. То есть, через месяц начнете понимать, что вам соврали. Вот так где-то. Поэтому не врите на собеседованиях, говорите все честно, как есть. Вот. Единственный момент и нюанс, где вы можете сманеврировать, это типа, ну, не договорить, скажем так. То есть вы типа не соврали, ну и не договорили. Вот. Тогда у вас есть примерно 1 месяц для того, чтобы исправить эту ошибку. И к тому моменту, когда у вас попросят, собственно, проявить этот скилл, о котором вы не договорили, вы как раз его типа успели наверстать и показали. Вот это, ну, покатит. Вот. В остальных случаях не надо. То есть, если вы скажете, что я типа крутой персонажник, украдете чью-то работу, вот, вас попросят сделать, вы не сделаете, ну, то есть, все плохо будет, не надо так делать. А если вы скажете, что я там типа не умею рисовать иконки, вот, или там пробовал, вот такие еще есть вещи, там, пробовал, вот, то через месяц вы, возможно, если прокачаетесь, то будете их не только пробовать, но и рисовать. Вот. Так вот, когда вы, собственно, качнетесь, вы типа такой через... А, второй статистический момент, что через год человек, если это у него первая работа, через год он уйдет с нее, по-любому вообще. Ну, редко бывает, что человек через год не уходит с работы. Ну, потому что ему кажется, что он типа крутой, вот, он может двигаться дальше, у него там карьера идет вверх, деньги рекой текут, короче, типа он там рубашку на себе. В общем, ну, все хорошо. Через год он уйдет по-любому. Со второй работы он уйдет примерно через 2 года, ну, потому что он понимает, что за год он еще ничего не понял на первой работе, ему нужно набрать чуть-чуть больше, и потом он подумает, что он набрал за 2 года прям в 2 раза больше, чем на прошлой работе, и уйдет с ним. И вот где-то с третьей работы
приходит понимание того, что, в общем-то, не в этом дело. Вот. И вы начинаете, типа, работать, ну, по-настоящему. И там уже где-то такое, может быть, 3,5-5 лет, вот это нормально для нашего рынка, это уже где-то вот третья работа. Поэтому, если когда я открываю резюме, я вижу там, что это там моя первая работа, ну, я сразу понимаю, что через год мы, скорее всего, попрощаемся с этим человеком. Ну, потому что он будет крутым, он уйдет. Вот. Как бы и удержать его будет, ну, практически невозможно. Это, собственно, первая причина, по которой стоит уходить. Да, есть еще второй момент. Вы реально можете стать крутым. Ну, реально. То есть, если это не ваша первая работа, а, скажем, вторая или третья, вы можете стать самым сильным сотрудником в компании. И тогда вам, ну, точно нет смысла там сидеть. Как бы, если вас интересуют там, типа, деньги, о которых мы говорили раньше, тогда вы можете это сделать. Вот. Но если вас интересует развитие, тогда вам однозначно надо уходить. Потому что как только вы почувствовали, что вы почти, ну, как бы, вот, ну, вы просто бог в этой компании, уходите из нее, потому что вы ничему больше не научитесь. То есть придите туда, где вы со своим божественным уровнем будете реально самым плохим и подниметесь еще выше. Вот это будет настоящий рост. Кстати, есть еще такая прикольная фишка, которую я заметил, это что уровень компании, он вообще как определяется, ну так вот, по людям, да, я всю жизнь в продакшене проработал, то есть вот все смотрели там фигурное катание, например, там вот классно катаются там типа девочки, все супер, вот, и в конце дают баллы, там, куча баллов, там судьи выставляют эти таблички, и в конце там, ну, там, 12, условно говоря, я не помню, какая там статистика, там, и 2, да, вот они, типа, чикаются, и вот средний вот этот вот уровень, он где-то среднее арифметическое показывает. Вот примерно так же происходит и в компаниях, но только вот не надо это отрезать. То есть, все видели, да, у себя там Windows, там можно посмотреть, типа, там, ну, насколько у вас крутой компьютер, там тоже такие вот все классные показатели. Вот, и он всегда определяет по самому нижнему. Там, вот у вас там супер машина, но очень медленный винчестер, он тебе говорит, а у тебя типа 5,9. Ты думаешь, блин, ну это должна была быть девятка жирная. То есть он говорит, нет, 5,9. Вот примерно точно так же и в компаниях. То есть показатель их крутости — это тот человек максимально крутой, которого они могут удержать у себя, а также максимально плохой, которого они вынуждены у себя держать, да, потому что, ну, значит, он там, типа, нужен. Вот. И чем эти люди будут круче, тем круче компания. То есть по самому низкому человеку, по скиллу и по самому высокому. Вот. Второй момент. Собственно, как надо уходить вообще? Как это надо делать? Ну, в основном, это все-таки вот, типа, я все порешаю. Ну, вот так это происходит. Встречается по-человечески. И, слава богу, везло, и я всегда уходил по-человечески. Правда, у меня тоже есть грешок. Вот, когда у меня было очень много, как это сказать, юношеского максимализма, вот, присущего всем молодым мужчинам, вот, я тоже пытался, типа, там, ну, уйти, потому что все вокруг плохие, а я самый крутой, вот так. Но потом, через 2 года, я все равно столкнулся с этим человеком и пришлось с ним работать, поэтому не делайте так. Это опять-таки к моменту того, что индустрия очень огромная, но она очень узкая. Вы по-любому будете работать с этими людьми. Вот, причем, какой еще есть опыт полезный? Ну, например, вы можете нанимать человека, да, вы можете его увольнять. К сожалению, это тоже бывает. Вот. Также вы можете увольнять человека и потом его же нанимать. Вот это еще полезнее опыт. Вот, поэтому тут как бы важный момент, как тебя уволили или как ты ушел. Это тоже такой нюанс, который важен. Может быть, чуть-чуть о нем сейчас что-нибудь скажем. Вот. Но в целом, что такое вообще по-человечески? Ну, то есть вы прочитали, условно говоря, свой контракт, если он у вас есть. Вот. В основном он, ну, такой.
Вот, и там должно быть написано, что уведомить там руководство о своем желании уйти, условно говоря, там. Ну, обычно в наших конторах это такие космические цифры, типа 6 месяцев, там, 3, вот, бывает 1 месяц, вот. Но я считаю, что объективно четкой такой вот цифры, которая прям нужна с точки зрения руководства, ее нет. Вот, все зависит от того человека, какую позицию занимает. И когда я сам брал себе в свою компанию людей, я понял, почему это нужно вообще, вот этот вот пункт. То есть до этого мне было типа все равно. Ну, то есть я как бы, я же крутой, я взял, ушел. Вот, а на самом деле это все не так. То есть, возможно, тот человек, который вас нанял, во-первых, не считает вас крутым, это раз. То есть надо понимать его какую-то еще точку зрения. Во-вторых, ему нужно понять, кем вас заменить и за какое-то надо сделать время. Если вы думаете о том, как вы будете вообще чувствовать себя дальше в индустрии, конкретно какие у вас отношения будут с этим человеком, а ссориться вообще ни с кем не надо, тогда вам стоит реально предупредить за то время, за которое вас попросили. То есть, ну, это нужно для того, чтобы, типа, если вы арт-директор, но по моим ощущениям нужно говорить месяцев за 6, реально. Ну, то есть, потому что вам нужно найти этого человека, его нужно пригласить, его нужно показать, что у нас тут есть. Он должен сработаться с командой, вы должны передать ему все дела, то есть проект должен пойти дальше. Ну, то есть, если вам не наплевать на проект и на свой профессионализм. Вот, люди, которые занимаются конкретно вещами, ну, такими более конкретными, условно говоря, то есть там, типа, делают персонажку постоянно там или делают environment. Таким людям желательно, если они очень классные, говорить, ну, там, месяц, за 3-2 хотя бы. Ну, то есть, чтобы у вас было время найти человека, нанять его, посадить на это место, и чтобы продакшн пошел спокойно, без всяких рывков. Вот. Ну, и если вы человек, который, ну, как с предыдущего слайда, да, тогда вам, в принципе, не важно, вы можете и завтра уйти. То есть, и тоже иногда это нормально. То есть, никто особо и не потеряет. Ни вы, ни контора. Чего ждать вообще после того, как вы сделаете вот этот вот шаг свой? Типа придете, скажете, и я хочу уходить. Вот. Самое интересное, что неважно, как вы это сделаете. То есть специфика такая, что в основном, ну, по крайней мере, с чем я сталкивался, что если вы хотите уйти по-хорошему, или там по полухорошему, или по плохому, в принципе, всегда реакция одинаковая у нас на рынке, и все вас будут типа поливать, что такой сякой, кинул проект, вот там, до свидания, все плохо, там, кидаешь нас, ну давай вали, ну то есть вот такие все вещи. Вот, хотя на самом деле, если подумать с точки зрения, ну как бы посмотреть другой какой-то индустрии, ну допустим, индустрии спорта, да, вот, все смотрят футбол. И разработчики FIFA, они просто не успевают перетасовывать типа футболистов из клуба в клуб, потому что они реально переходят туда-сюда. То есть у них там контракт закончился, он пошел туда, тут закончился, туда пошел. То есть это такая нормальная тусовка футболистов. Вот. Так почему этого нельзя делать в нашей индустрии? То есть если человек хочет уйти и развиваться куда-то дальше, то дайте ему возможность, пожмите ему руку, пожелайте ему удачи, и все классно. То есть, а вот почему-то, не знаю, по крайней мере, у нас сейчас так, да, в основном, что, ну, не совсем корректно относится, если вы там куда-то хотите уйти. Не везде, не всегда, но тем не менее, к этому надо быть готовым. Вот, как на это реагировать? Никак вообще не реагируйте на это. То есть, ваша задача все сделать профессионально, по-человечески и спокойно уйти, передать свои дела все, вот, и дальше заниматься тем, что, чем вы хотите. Вот. Потому что, опять-таки, если вы этого не сделаете, вот, то вот этот вот моточек, он опять отмотается назад, и все вернется в круги своя. Вот, здесь должен быть еще такой, типа, последний слайд. Вот, обычно на нем пишут слово «вопросы» с вопросительным знаком. Вот, но я его решил не вставлять, потому что считаю, что это немного тривиально уже. Вот. Ну все. Так, давайте сверимся. Ну, час. Можно.
Так, ну, во-первых... Короче, там вообще нет вопросов. Вот. Ну, покамест. Но я думаю, что через минуту они возникнут. Потому что с опозданием идет. Вот. Поэтому давайте, пока у нас есть минута, я попытаюсь на что-нибудь ответить. Да. А? Конечно, сотрудничают. Но есть фишка какая. Есть фирмы, которые могут себе позволить сотрудничать с одиночными фрилансерами, а есть те, которые терпеть этого не могут и сотрудничать исключительно с фриланс-студиями. В чем тут нюанс? Как бы я сам с этим несколько раз сталкивался. Если у вас 5 фрилансеров, вам нужно каждому писать. Если у вас студия, то вы общаетесь только с одним человеком. Скорее всего, это типа выпускающий продюсер или какой-нибудь арт-директор, это конкретно фриланс-студия. То есть он там собирает это все воедино, говорит... красиво это, правильно, технологично или нет это сделать, вам высылают конкретный результат, вы общаетесь только с одним человеком. Если вам их 5, то вам каждому нужно будет это писать. Поэтому, в принципе, большие студии в основном хотят работать со студиями, но не исключено, и у меня точно так же было, они работают с отдельными фрилансерами, вообще не проблема. Угу. Да. Потом вы, девушка. Все было очень просто. Как я говорил, у меня был юношеский максимализм. Вот. И, как мне раньше казалось, венец вашей карьеры – это создание вашей компании. Вот как только я ее создал, понял, что это совершенно не так. Потому что открыть ее несложно. Собственно, заниматься делами там приходится много. Домой я уходил в 4 часа утра. Вот, за место 8-часового рабочего дня. Да, я получал больше, чем я могу получать в компании, но стоит ли это того? То есть все заключается в том, чего вы хотите. Я для себя определил, что на данный момент, по крайней мере, возможно, это будет следующая ступень, мне захочется чего-то другого. На данный момент мне хотелось заниматься исключительно творчеством. То, чего у меня получается лучше всего, это вопрос от того, себе не соврешь. Вот, заниматься финансами и прочей всякой требухой мне перестало хотеть это делать. Вот, поэтому я решил свернуть эту всю лавочку, вот, и заниматься творчеством. Нет проблем. То есть, если надо, всегда ее можно открыть. Так, бас. Ну, это как раз вот вопрос к тому, о чем мы говорили. Типа, какое у вас портфолио, такую вам будет предлагать работу. Как у меня это было? Вообще, первое мое знакомство с арт-директором, оно было каким? Я, типа, пришел в офис, вот, и у нас арт-директор был приезжий, он жил прямо в этом здании. То есть, он спустился просто в тапочках, вот. Ну, мне сразу это понравилось, это было так круто. Вот, то есть он просто спустился в тапочках, сел, вот, и просто вот ржал с работ, обсирал их, вот, и как бы мне что понравилось, не то, как он это делал, да, а то, что за этим крылось, то есть за этим крылся какой-то опыт, профессионализм, легкость, да, то есть он не потому, что он там хотел опустить людей на это дело, а потому что, ну, ну, это просто смешно. То есть он людям показывал, это смешно, не надо так делать. Там, ну, ключевой момент какой был? Там, типа, была такая, ну, игра про слонов. И, ну, представьте себе вид от первого лица, от слона. И там такой, типа, хобот торчит в экран вот так. Вот. И вот этим хоботом надо было что-то выбирать. То есть, ну, это было очень странно. Это, ну, это нельзя было давать детям, вот, и он с этого смеялся. Вот, вот такое мое первое было знакомство. То есть я для себя понял, что ну, это классная профессия, мне очень нравилось, как она называлась, типа, арт-директор, это так, типа, круто. Вот, и меня не очень сильно интересовало, что, какими скиллами надо обладать, чтобы стать, наконец-то, арт-директором. Вот, и судьба много раз меня отводила из разных регионов, где мне предлагали должность арт-директора, я соглашался на должность художника,
лид-художника, всегда шел за перспективой. В определенный момент, когда все сошлось, у меня был просто определенный уже опыт, мне предложили должность, я на нее согласился. То есть, скорее всего, это будет тогда, когда вы достигнете уровня, когда вы реально сможете стать арт-директором. Вот. Бывают такие моменты, когда компания не дает вам это сделать, и у меня так было, то есть уходил арт-директор, я думал, ну вот оно, типа, сейчас там подсидел, вот, нифига, взяли другого, вот, и я ушел оттуда, потому что мне хотелось двигаться дальше, я понимал, что, во-первых, ну там было много факторов, я ушел вообще потом в мобильное направление, потому что тогда появился iPhone, и надо было понять вообще, что это такое. Вот, все так совпадало. Но, скорее всего, вам надо набираться скиллов. Я думаю, так. Это то, через что я прошел. Скорее всего, вы получите эту должность тогда, когда вы реально будете этим человеком. Возможно, это уже есть, и вам надо просто сменить контору. Такое тоже бывает. Да. Было, да, вот. Есть несколько руководителей, с которыми я сталкивался. Первое, это которые... Ну, в основном, как это бывает, руководителями могут становиться там люди из project management, там, из программистов, бывает тоже управленцы. Вот. Человека, который из арта стал управленцем, я знаю только одного, это я. Ну, как бы. Вот. И я не считаю, что это прям круто было. Вот. Это было, скажем, не круто. То есть можно было бы и получше. Вот. Поэтому эти люди бывают разные. Вот. Но какими скиллами они должны обладать? Чем больше, тем лучше. Я, например, сталкивался с людьми, которые... Руководитель вообще из другой области, он подходил к ребятам, спрашивал, типа, в чем смысл вот этой штуки, то есть он разбирался, вникал, вот, и так далее. Вот есть еще также исторический факт, все знают такую маленькую компанию, как Electronic Arts, вот, и когда она была действительно маленькой, вот, но у них пошли проекты, насколько я знаю, не помню, честно говоря, в достоверности этой информации, но, по-моему, я где-то читал, что это реально так. Вот. Люди, которые организовали, собственно, эту контору, это был такой творческий коллектив, они поняли, что они стали расти, и они не смогут, типа, руководить такой компанией, потому что она стремительно развивается. Они наняли несколько очень серьезных, опытных управленцев, и вообще из другой индустрии, вот, которые реально делали бизнес. Вот, и все пошло в гору, как вы видите. Поэтому здесь должен быть такой правильный симбиоз, когда люди, которые занимаются управлением, они должны заниматься управлением и делать это очень хорошо. Люди, которые в продакшене, должны делать очень хорошо продакшен. Должен ли знать руководитель, как обстоят дела в самом продакшене? Желательно, но не обязательно. Скорее всего, он все равно хоть как-то, но разберется с этим. Так, давайте, может, онлайн посмотрим, чего там. Ой, так. Инна спрашивает, сколько примерно времени надо на прокачку скиллов, хотя бы ориентировочно? Я понимаю, что все индивидуально, но все же интересно. Я думаю, что это всю жизнь, как бы. Ну, я не знаю, как на это ответить. Вот. Какой еще есть нюанс, скажем, с которым я столкнулся? Как только вы станете лидом, вы будете много времени или какую-то часть времени тратить на то, чтобы отсматривать работы других ребят. По-любому это будет. Вот. И вы будете как бы тратить на это свое время. И иногда бывает доходит до такого, что меня там предлагали мне работу, вот, и говорили. Ну, там, красиво все было названо, арт-директор, точно так же. Я повелся, поехал на собеседование, вот, меня там хорошо встретили, все было, прям все очень было классно, мне очень понравилось. Вот, а потом они сказали, что ты будешь делать, менеджерскую работу в основном. То есть, там, писать, там,
таски там, все это дело вставлять, то есть ты вообще не будешь заниматься творчеством, ты будешь тупо, короче, типа менеджером, арт-менеджером. И классно, если ты будешь типа уметь рисовать. Я думаю, круто. Вот, и я туда не пошел. Вот, потому что очень классно, когда ты прокачиваешь скилл. Почему? Во-первых, потому что существует вот эта система, которая, по крайней мере, мне подходит. Вот, и вот нигде не будет двигаться, пока вы не будете двигать скилл. Вот. А, да? Хорошо, я это сделаю. Вот. И меня сбили. Что я говорю? А, потому что нужно прокачивать скилл. Я с чем столкнулся, например? Если вы очень долго занимаетесь менеджерской работой, что было, собственно, в компании, которая была типа моя, это к вопросу, почему я туда, ну, почему я это все дело свернул. Потому что в определенный момент вы станете динозавром, ну, то есть вы не будете вообще ничего уметь делать, вы там будете до сих пор там делать арт там, в ВД, там, ну, то есть там, ну, вы не будете обладать правильными, нормальными, современными технологиями. Потом вы превратитесь в ископаемое и, скорее всего, не очень полезное. Вот, поэтому скилл надо прокачивать всегда, и на это уйдет все ваше время, абсолютно все. Так, давайте дальше тут. Так, а как тут... Ой, господи. Так, а я вот с арт-директора... Скатился до дизайнера и считаю, что мне больше нравится рисовать, чем управлять. Все совершенно верно, я абсолютно согласен с вами. То есть это как раз вот тема там была, типа, путь от арт-директора и обратно, в чем смысл? Смысл в том, что вам больше всего нравится. Если вам нравится быть дизайнером, а не арт-директором, супер, это ваше, и не надо этого стыдиться, потому что есть ребята, ну как бы надо быть честным. То есть я работаю с ребятами, которые сильнее меня по скиллам, по некоторым, да, там. Кто-то сильнее в 3D, кто-то сильнее по-любому в анимации. Я вообще не знаю FX-ов. Вот. И это не мешает нам быть цельным, хорошим коллективом, который, ну, добивается своей цели. Вот. Если вам нравится какая-то работа, делайте ее. Потому что в начале пути вам будет хотеться должности. Когда вы ее добьетесь, вы будете хотеть совершенно другого. Вам будет без разницы, как вы будете называться. Хоть телепузик, какая разница. Так, следующая... Так, повторяйте вопрос для онлайна. Хорошо. Так, вопрос из серии, какую машину купить? Ну, я не понял. Так, как и где искать свою первую работу для получения опыта? Я использовал принцип 1%. То есть я брал вот этот сайт, где 1000 компаний. Выбирал из них те, которые мне нравились, и писал туда плюс-минус одинаковые письма, но разные. Вот. Из них отвечал один человек, я с ним работал. Почему это 1%? Потому что если вам ответит 2 человека, да, то это, в принципе, не очень прикольно, потому что, ну, как бы, это классно, вот, но если вам будет нравиться и то, и то, вам надо будет выбирать. Если вы захотите и с теми договориться, то вы не сможете тянуть 2 проекта одновременно. Я с этим неоднократно сталкивался, сел на этом уже не одну собаку, и у меня есть парочка таких стыдных моментов, вот, когда я не всегда предупреждал людей, что у меня есть еще одна работа, и, короче, обжигался на этом, не надо так делать. То есть лучше делать одну работу хорошо, или тогда не делать. Так, чистый 2D хендмейд еще нужен или 3D надо по-любому для концептера? 100%. Вот это как раз то, над чем сейчас я работаю, потому что примерно с годик назад я начал чувствовать, что превращаюсь вот в это вот совершенно не бесполезное ископаемое. Вот. И 3D я по-разному подходил с разных сторон. Вот. И со стороны ZBrush, со стороны Maya. Все не до конца еще идеально, вот, но это по-любому надо делать, по-любому. Потому что если вы посмотрите на топовые концепты современные, то увидите, что они делаются не только в 2D уже. Смотря, ну, то есть, еще, конечно, очень много все зависит от продакшена. Есть такой продакшен, когда не нужно 3D, не нужен 3D-концепт. То есть вы нарисовали, просто модель простенькая, моделлер ее сделал.
Есть вещи, когда вам очень трудно подобрать ракурс, или вы не знаете, в каком, ну, как бы, в каком ракурсе будет игра. Например, это, наверное, тема уже отдельного выступления. То есть есть такая фишка, как типа pre-production. Вот. И вот pre-production и art direction – это, короче, разные вещи. И вот на pre-production вы не всегда знаете, как будет игра. Это может быть игра от первого лица, от третьего, изометрическая игра, может быть, какая угодно. То есть вам нужно заниматься концепцией. Вот. И в таких вещах вам однозначно удобнее работать в 3D, потому что вы можете создавать персонажа, сразу учитывать, в каких вариациях он может быть. То есть такое планировать уже такой долгострой, и вы всегда попадете в цель. Вот. Ну и плюс это гораздо удобнее. Я вот даже по себе понял, что чтобы отрисовать там персонажа в трех ракурсах, иногда надо там кучу времени. Его достаточно сделать из ZBrush, отрендерить его с классным освещением, дорисовать его. Это гораздо все проще, круче выглядит. Ну, то есть классная картинка, и оно реально удобнее. То есть если вам нужно внести изменения, вы быстро внесли, опять отрендерили. Ну, то есть это гибкая технология, которую, ну, я бы посоветовал использовать 100%. Так, возьмите меня на работу. Это будет третья работа у меня. Стану у вас профессионалом. Прикольно. Ну, надо указывать же почту, как я могу вас взять на работу. Так, где больше работы в CG, в Киеве или в Минске? В Киеве. В Киеве больше CG, к сожалению. В Минске CG хорошо развита, но там есть типа проблема большая. Она одна, это Wargaming. Вот. И все компании, которые поменьше, они как бы типа сопротивляются. Ну, то есть это... Ну, это что-то типа глаза Сарумана, да, который там... Ты вылез, типа помахал, я артист там. Раз тебя. То есть, ну... Вот так. Вот. Хотя там есть и очень крутые другие конторы. Вайзер, например, тот же. Насколько я знаю, еще Октопусы есть. Еще какие-то... Ну, собственно, можно порекламировать нашу контору Black Beacon. То есть она тоже хорошая контора. У нее есть нюансы, но продукты она делает хорошие. И очень хорошая компания. И очень хорошие ребята там работают. Вот. Ну, вот так. Так, дальше что? Насколько рентабельно в Украине открывать контору по фрилансу? Ну, вообще, рентабельность – это то дело, которое закладывает сам руководитель. Ну, то есть, если вы хотите зарабатывать... Короче, я скажу словами инвестора с одной конференции, и мы там долго и нудно обсуждали, типа, что многие люди завышают зарплаты, и, соответственно, получается большой бюджет, и, соответственно, ничего нельзя выпустить. Так вот он, короче, типа, всех уничтожил одной фразой, и меня в том числе. Он сказал, неважно, сколько вы тратите, важно, сколько вы зарабатываете. Короче, типа, все... Ну, вот так. Все просто стали, вот, и поняли, что, в общем-то, он прав. Поэтому рентабельность вы сами закладываете, вы можете там потратить миллион и хотеть заработать 5000. Типа, это ваш бизнес, окей. Вот, вы хотите потратить миллион, заработать миллион. Красавчик там. Вот, ну, то есть, какую вы бизнес-модель выберете, если она будет удачна, открывайте. Рентабельность всегда есть. Я же говорю, индустрия растет, конкуренция тоже есть, но и проектов, как бы, становится все больше и больше. Поэтому, если вы будете правильно все сделать и ваши работы будут хорошими, то вы сможете конкурировать не с индусами, не с китайцами. Так, что еще? Вопрос, как можно найти работу за границей? То есть, не будешь ли ты писать в компанию в Нидерландах или в Великобритании, возьмите меня на работу, но я живу в Украине. Работа за границей можно по-разному найти. Ну, во-первых, вам нужна вот эта вот вторая графа, которую мы тут рисовали, вам нужна коммуникация. Ну, как бы, скилл нужен, коммуникация. Если не будет скилла коммуникации, нет работы за границей, однозначно. Ну, вы можете, конечно, работать посудомойщиком, вот, но я думаю, это не то, что, спрашивали. Вот, хотя там тоже надо будет отвечать на вопросы какие-нибудь. Вот, поэтому... Найти просто. На самом деле, можно, используя принцип 1%, он работает, поверьте. То есть я неоднократно это делал, он реально работает.
Вот. И также вы можете писать точечно в компании, которая вам реально нравится. Потому что там, ну, писать в те конторы, которые вам вообще не нравятся, вообще бессмысленно. То есть вы по-любому должны делать то, что вам хочется. Иначе, если вам ответят, то что вы будете делать? А я типа уже не хочу. То есть, ну как, будет... Это тоже будет как-то немного странно. Вот. У меня был такой еще момент, кстати, к моменту, к вопросу о том, как... Удачно, кстати, как раз зашли. Как миновать вот этот вот порочный круг, когда вы делаете какую-то работу и не можете вырваться на новую ступень, да? Там, типа, вы делаете иконки, хотите делать персонажа. Делайте свои проекты. Вот по-любому. Вот вы мечтаете чего-то там делать, придумайте концепцию какого-нибудь мира, разработайте, типа, свою игру, условно говоря, там, нарисуйте персонажа к ней, мир, окружение и так далее. У меня был такой случай, я пришел домой, мне... Пришло письмо о том, что один не самого последнего десятка продюсер одного из самых лучших актеров Голливуда хочет со мной связаться, и потому что им понравилась моя работа, которую я рисовал не в какой-то конторе, а просто вот для себя нарисовал. Это было прям вот так, короче. И это работает. То есть, если вы будете делать свои проекты, во-первых, вы можете их сделать такого качества, как вы хотите, потому что в основном бывает как... Всегда есть так называемые гайды или управляемое творчество. Иногда не нужно делать больше, чем вы можете, да. То есть иногда вас просто ограничивают, говорят, типа, нам не надо больше. То есть вот это продается. Делай вот так. Вот, это проблема. Поэтому свои проекты вы можете делать как хотите. Добиваться любого качества и, скорее всего, на них и отреагируют. Вот, если контора, в которой вы работаете, позволяет вам создавать работы качества, которое вам бы хотелось... Работайте там, это круто, развивайтесь там, но все равно это не мешает вам создавать свои проекты. Это реально работает. Так, походу со стороны 3D-CAD концепты ему радуются. Не знаю, что это. Так, человек закончил курсы, что ему делать сразу после них? Ведь у него нет ни опыта, ни более-менее хорошего портфолио, куда человеку идти и что ему делать, чтобы дальше развиваться, попутно зарабатывая. По-любому вариант блицкрига, вообще по-любому. Только, то есть вы закончили курс, у вас что-то есть, вы прямо вот вообще сидите, лопашите свое портфолио, вот, смотрите, как в целом народ на рынке чем обладает, то есть смотрите, какие нужны требования под какие-то вакансии, какой вы хотите, вот. И ваша задача как можно быстрее, типа, влезть вот на эту гору, потом ногами оттуда всех посталкивать, вот. То есть вот это ваша задача, то есть вы должны как можно быстрее пробиться туда, куда вы хотите. Для этого делайте портфолио, сами делайте его. То есть помимо этого можете еще где-то работать. Есть еще такой нюанс. Люди иногда спрашивают, у меня там есть работа, но мне нравится там CG. Вот. Однозначно, типа, старайтесь перейти на ту работу, где ваша работа будет уже CG. Ну, во-первых, потому что вам это нравится, скорее всего, вы там больше добьетесь результата. Во-вторых, вы уже будете в этой индустрии и очень быстро будете наращивать свой потенциал. Так, следующее. Каких-то человечков тут, ну, я не сильно понял это. Может, кто-то поймет. Ох, запятая. Сколько ж у нас таких человечков? Типа проблемных таких, как я. Так, стоит ли перелазить с 2D в 3D? Очень нравится 2D, но понимаю, что 3D необходимо для скорости в работе. Знаю художников, которые 2D хорошо себя чувствуют, но их единицы. Но есть различные, во-первых, 2D-шники. Есть иллюстраторы. Иллюстрации сейчас тоже делаются по-разному. Кто-то... ну, мне нравится там заниматься там, типа, диагностикой такой, как люди чего-то добиваются. Вот. И иногда там народ как-то делится, выкладывает свой пайплайн какой-то. Вот. И есть прям космические иллюстрации. Они вот прям с нуля ручками сделаны. Никакого 3D, вообще космос. А есть те, кто использует 3D, но его тоже не видно. Не видно, и вот тоже видно, короче, что вообще космос, типа. Вот. А есть те, кто использует 3D и не скрывает это, потому что цели есть, типа, 3D-иллюстрация. То есть, ну, надо развивать, и ничего страшного нет. Можно и то делать, мне кажется. Проблем нет. Так. Какое будущее арта? Ничего себе. А, не, как найти инвестора? Вот это еще круче. Если бы мы знали ответ на этот вопрос, то
возможно, у меня бы не было бы времени сюда приехать. Вот. Некоторые из ребят, которые меня слушают, поймут меня. Вот. Какое будущее арта? Короче, я не знаю, как его найти. То есть, но есть схожие люди в окружении инвесторов. Ну, то есть, у нас даже продюсер на работе говорил, ну, как это обычно происходит. Тот, кто реально обладает деньгами, он, у него нет почты, типа, в открытом доступе. То есть, ну, ему нельзя написать, дай мне денег. То есть, ну, вот так. Поэтому вам нужно искать людей, которые вхожи в круг общения людей, которые реально хотят куда-то вкладывать. Это ваша цель. Если вы хотите найти инвестора на внутреннем рынке, ищите его на внутреннем. Если хотите на внешнем найти, значит, вам, скорее всего, понадобится человек там. Ну, по крайней мере, это то, что, через что мы прошли. Ну, потому что, сидя тут, найти инвестора там практически невозможно. Так, какое будущее арта? Сплошной фотобаш плюс 3D. Мое имхо азиата лучше в чистом типа арте рисует. С ними нереально конкурировать. Вес Растейшн фотобаши плюс 3D. Ну да, да. Так и есть, да. Вот. Но с другой стороны, на Растейшне, там же вообще там супер. Вот. Поэтому я не знаю, я бы не сказал, что там прям все так плохо. Там все классно. И будущее, и его видно, оно, во-первых, оно такое долгое, короче, типа. Вот. И там столько всего надо еще знать впереди. Вот. Тем более, сейчас вот VR-чик стоит, начинает популяризироваться. Вот. Там вообще не паханое поле. Поэтому все будет развиваться, это точно. А в каком ключе, мы посмотрим. Я ж не Ванга. Так, а стоит ли развивать CG в Украине, ехать на... стоит ли при развитии CG в Украине ехать на работу за границу? Однозначно. Короче, сейчас бытует мнение до сих пор такое. Типа, кто был на Западе, типа, красавчик. Вот. А кто не был, не был. Вот. Поэтому, если вы хотите преуспеть, пока этот тренд еще в теме здесь, то классно съездить туда, набраться скиллов, побывать, не знаю, в том же Ubisoft, приехать сюда, сказать, я был в Ubisoft, типа, вот, ну, и все. То есть, конечно, надо ехать, если у вас есть опыт, возможности, вернее, если у вас есть, езжайте, это поможет вам. Кстати, есть знакомые, которых я... Ну, знакомых, которых я знаю, это странно звучит. Ну, короче, я знаю этих людей, которые были на Западе, и им там не понравилось, и они приехали заниматься делом здесь. То есть, это там, ну, это каждому человеку свое. Поэтому, конечно, надо набираться. Причем надо же понимать, что мы же отстаем, типа, на кучу лет. Вот, и там эта индустрия зародилась. И она там активно развивается, поэтому есть смысл там набираться скиллов, привозить их сюда, делать свои конторы, что угодно, это очень классно. Так, а где найти тот сайт, где вы конторы, конторы показаны? Ну, я, наверное, его найду, скину, наверное, вот сюда. И да, вы запостите, наверное, его, да, там прям вот классно это делать. Отлично. Я нашел, был прям рад. Так, сайт с планетой CG дайте, плиз. Ну, дадим, да. Так. Так, кто-то пишет, что я не в курсе о существовании Куата. Стоит все же ознакомиться. Нет, я в курсе существования Куата. Есть даже ребята, которых я знаю прямо так вот лично. С ними общаюсь, и они в нем работают. Так, люди несерьезно, погуглите сами сайт по запросу Google All. Короче, что-то выдает там. Кто-то даже уже написал. Все. Вопрос снялся. Так, придется переучиваться художником для работы с VR и дополнительной реальности. Что для этого необходимо, что поменяется? Короче, моя судьба так складывается, что я всегда выбираю то, что популярно. Ну, то есть, когда было ММО, я шел в ММО популярно. Когда появился iPhone, я понял, что я по-любому должен это пощупать, и поехал черт знает куда, чтобы пощупать, что такое iPhone. Вот. Как только
появилась возможность поучаствовать там в большом типа там моба проекте, я с удовольствием это сделал. То есть вам вот сейчас еще пока, во-первых, никто не предлагал, во-вторых, еще руки не дошли. Я не знаю, чего там такого в этом VR, и что для него надо знать. Поэтому графика почти, наверное, такая же будет. Пока не могу ответить на этот вопрос. Почитаю, если кому-то надо будет, может быть, тех ребят, которые с этим работают, напишу что-нибудь, если будет что-то толковое. Так, очень хочется работать в CG. На какую минимальную зарплату можно рассчитывать, если ты новичок 0,5-1 год? Я так понимаю, это стажа. Ведь кушать-то хочется. Ну, так. Ну, есть, короче, типа такая линейка зарплат. Программисты приходят на штуку. Ну, как бы, типа минималочка там. Есть еще... Стажировка такая штука классная, многие ей пользуются. Ну, есть даже во многих компаниях, специально они делают стажеров, для чего они их, ну, как бы сначала берут, их обучают, потом они работают и особо не кричат, потому что типа их научили работать. Вот, но зарплата у них небольшая вначале. В принципе, я думаю, что начинать, опять-таки, все от уровня работы, чего вам надо, и от бюджета того, той компании или того работодателя, кому вы приходите. Но в целом, я думаю, что от 500 можно. Один год от 500 запросто. Так, дальше. Много ли вы знаете о CG в Канаде? Кстати, кто-то ответил $400. Ну, в принципе, я согласен, да. 400-500 для начала вообще не проблема. Насколько эта индустрия там развита и реально ли в нее попасть человеку из-за границы? В Канаду, да. Я знаю одного художника, он сначала работал со мной, потом уехал в Канаду. Счастлив, безумно. Вот. Да, что-то было, да, поэтому можно посмотреть. Да, развито. Так, как относиться к портфолио? Пара картинок, скинутая прямо в личку, сообщение в мыло. А, как ты относишься к такому портфолио? Ну, две работы просто непоказательны абсолютно. То есть обычно человека можно увидеть в нескольких работах. То есть это опять-таки зависит от того... ну, то есть две работы однозначно скажут, что вы джун. Однозначно. То есть потому что бывает, приходят ребята, они говорят, я там типа middle или там вообще нифига себе сеньор. Ты говоришь, дай работы. Вот, помидор, который вот этот, сеньор помидор, вот, а у него нет их, типа, и ты спрашиваешь, ну, у тебя вот, опыт работы 6 лет, у тебя нет работы, вот, а под НДА, короче, там, все под НДА, вот, все под НДА, вот, понятно, то есть, что, под НДА это реальная тема, то есть, вот, тот человек, о котором я рассказывал, ну, как мне там позвонили, типа написали, что давайте посотрудничаем. Вот. Я подписал самое жестокое НДА в своей жизни. Я вообще никогда не могу ничего показывать. Вот. Смысл в чем? Смысл в том, что это препродакшн, и непонятно было, кино выйдет или нет. Соответственно, идею она никогда не может и дальше идти. Вот. Почему подписал? Потому что это очень круто получить такой опыт. Вот, это факт, что у людей, которые, особенно в начале творческого пути, у них нет портфолио. Если вы поработаете на первой конторе, но подписали НДА, вы не можете его показывать, это факт. Не надо этого делать, ни в коем случае. Нельзя даже пересылать эти работы, ну, вот даже так по почте нельзя пересылать. То есть выкладывать вообще нельзя, а пересылать по почте и говорить, типа, вот мои работы, я их не могу выкладывать. Но я их прислал. Ну, то есть, что вы этим покажете? Ну, во-первых, вы не соблюдаете НДА, вы не профессионал, вы также будете делать и на этой конторе, ну, то есть, сразу. Вот. Второе, что вы скажете, это то, что у вас все равно не так много работ, потому что, скорее всего, если у вас нечего кроме этого показать, ну, наверное, не все так круто. Вот. Поэтому, опять-таки, свои проекты. Эта штука реально работает. Делайте свои по вечерам, работайте, делайте свои проекты, свое портфолио, это всегда поможет вам. Всегда. Так.
Так, а по скиллам, как я понял, уже узнавать у компании непосредственно. Или, если можно, мини-гайд по собеседованию было бы интересно услышать. Ну, во-первых, все зависит от того, на какую вы вакансию идете, это раз. Набор сейчас, ну давайте так, типа для 2D-шника, да, по-любому эксперт фотошопа, это 100%, типа, или там пейнта какого-нибудь нормального. Вот, о том, что раньше писали еще, я даже когда я шел на работу, на вторую, я тогда еще это было принято, я писал опытный пользователь планшета. Вот, не пишите сейчас этого, это вообще нельзя делать. Это по-любому, короче. Вот, обязательно знание, минимальное знание 3D, это большой скилл, потому что 2D-шники всегда в кооперации работают с 3D-шниками, и иногда 3D-шникам трудно объяснить, почему им так это надо. То есть, если у вас этот скилл будет, это будет очень хорошо. Ну, по 3D это стандартщина, типа ZBrush, любой 3D-пакет, и обязательно PBR сейчас надо знать. Physical Based Material. Ну, это типа текстурирование или там Substance Painter, например, там или другие с ними. То есть, по-любому, сейчас это уже тема. Вот, еще кто сейчас очень нужен, это кто самый востребованный, короче, в индустрии. Это технические художники, прям вообще жесть нужны. Это люди, которые работают на стыке между арт-отделом и программистами. Это такой редкий типа талант, вот, потому что ну, меня трудно заставить работать с цифрами такими серьезными, и тем более писать какие-то там шейдера. Ну, короче, это пока месть это не мое, хотя я знаю, что туда тоже надо двигаться. Вот, и те люди, которые это делают, это круто. То есть это нужны такие типа программисты с очень хорошим художественным вкусом. Это классные люди. Вот, они очень нужны. И очень нужны сейчас классные текстурщики, прям вот вообще нужны. Вот, такие топовые. Вот, так, какую цифру можно зарядить, какую цифру может зарядить аниматор, который работал на Ubisoft 1.5 года? Ну, это может знать только аниматор, работающий на Ubisoft 1.5 года. Я не знаю, какие там зарплаты у аниматоров, честно. Про CG в Канаде хотелось бы узнать подробнее. Это понятно. Уже говорили. Кто-то, да, тут кидал. Так. Какие весомые пункты при отборе работ и принятии на работу к моделям? Все ли учитывается сетка текстуры? Да, абсолютно все. То есть, если... Ну, во-первых, работа должна выглядеть нормально. То есть... Почему важно посматривать на вот эти все топовые сайты профессиональной индустрии, да? Там, во-первых, сама подача работы. То есть наши иногда огородят такое, типа классная работа, там через всю работу какой-нибудь там бред написан, типа там не копировать, там gmail.com, ну такое, бывает еще. Или там снизу каким-нибудь огромным шрифтом там что-то запердолят. Не надо этого делать. То есть, ну, посмотрите, как оформляется с точки зрения дизайна работы, и от этого очень много еще зависит. Вот, а дальше, если ваша работа смотрибельная, то дальше смотрят просто на то, какой у вас уровень этих работ. Просить у вас прямо там какую-то суперсетку никто не будет, потому что будет тестовое задание, на котором вы все покажете, вашу сетку. Скорее всего, это будет так. Так. А можно ли делать работы для портфолио студенческой версии? Да. Можно, я так и делал, кто-то отвечает. Так, что делать, если у тебя, к примеру, в портфолио в основном sci-fi, а тебе хочется попасть в фирму, которая сейчас проект фэнтези? То, что я говорил, делать свой проект по-любому. По-другому не получится. Иначе будете всю жизнь делать sci-fi. Кто-то пишет, долби фэнтези, только так. Ну, в принципе, это... Так, что-то еще. А как насчет... VFX-еров, они востребованы в целом не только по грани. Да, очень. Мы столкнулись с тем сами по себе вот, в текущей компании WebBeacon, с тем, что VFX-еры очень нужны. И, короче, жалко, что не умею делать VFX. Вот, это тоже очень востребовано. Да, VFX я забыл сказать. Хорошо, что напомнил. Это тоже одна из топовых профессий. Ну, как видите, они все такие на полупрограмминге, они довольно сложные.
Так, да, нужны в Украине, нужны в Минске, в Беларуси, очень нужны. И, короче, они везде нужны. Ну, вот так. Если есть у кого-то еще какой-то вопрос, я могу чего-нибудь... Да. Ну, давайте я так сначала начну с общего. Я бы вложил в перспективный проект. По-любому. И тут же, смотря в каких позициях посмотреть, то есть если у вас есть дом, то вы вложите в проект. Если у вас нет дома, то вы и очень хотите и негде жить, тогда, возможно, вы купите дом и что-то сделаете другое. Но в целом нет ничего лучше, чем куда-то вкладывать деньги в какое-то развитие. Ну, например, первую свою зарплату я потратил на... Это было очень давно. Я типа какую-то маленькую картинку такую нарисовал, там продал за 7 гривен. Вот, я что-то купил на стол, по-моему, домой, и что-то, по-моему, для творчества купил. Со стипендии я уже покупал в основном материалы всякие. С первой работы я купил себе хороший ноутбук. И постоянно пытаюсь это все дело апдейтить. То есть нет ничего лучше, чем вложение, во-первых, в себя, во-вторых, в перспективу. Поэтому в CG-проект, если бы у меня была куча денег, я бы вложил, честно. Вот. А какой бы это был проект, я бы подумал. Ну, так как я не занимался VR, я бы, наверное, полез бы туда. Мне бы реально было бы это интересно просто для самого себя. Но перед тем, как бы я это сделал, я бы, наверное, что-нибудь об этом почитал бы более подробно. Еще лучше нанял бы тех людей, которые уже что-то сделали для этого. Вот, потому что без этого ничего не получится. Так, что еще? Сильно ли разнятся зарплаты 3D-моделлера текстурщика в Киеве и в Минске? Нет, а с учетом того, что в Минске топовых сотрудников не так много, вот, то можно попробовать даже больше зарплаты в Минске получить. Если у вас есть работа в российских компаниях, есть и с фрилансом, и не с фрилансом. Вот, и все хорошо очень. Вот, в портфолио главное показать скилл, это с вопросом. Тематика, направление абсолютно не важно. Ну, то, чем вы занимаетесь, то для вас и важно. Если вы хотите конкретное портфолио под что-то конкретное, ну, это уже обсуждали, надо это делать конкретно под что-то. Где ты учился? Я учился сначала в обычной школе, потом я... Последние два класса закончил в лицее при Академии дизайна и искусства, который ХДАДом вот этот. Вот. Потом поступил, хотя очень хотел на дизайн, поступил на реставрацию монументальной станковой живописи, о чем никогда в жизни не пожалею. Вот. Потом, когда пошел на работу в 3D, вернее, в CG, мне не разрешили совмещать работу с учебой. Я ушел оттуда и пошел в педагогический университет. Там по-быстренькому за год закончил магистратуру. Вот. И постоянно чего-то новенького подучивал. Вот. Как-то так. Спасибо. Так, важно ли наличие диплома, корочки, или все же не важно, а важен портфель? Корочка очень важна, если вы будете устраиваться за рубежом. Вот это вообще 100%. Вот, потому что для того, чтобы вас оформить просто как сотрудника, вам нужно обязательно пройти внутренний отбор профессионалов с теми, кто находится в этой стране. То есть как это устроено вообще? Типа компания выкладывает вакансию на биржу, если свои сотрудники на нее не откликаются, ну, конкретно, допустим, украинцы, да, тогда они могут там взять, условно говоря, литовцы. Вот. Там есть, конечно, читы, как это типа обходить, вот, но в целом это выглядит так. Поэтому вам по-любому для того, чтобы во все эти органы вы везде прошли, вам нужен диплом, и чем он будет, ну как бы, он по-любому должен быть честный, понятное дело. Вот. А во-вторых, он должен быть, да, это никогда не помешает. Вот. Есть люди, которые работают успешно без дипломов, я тоже таких знаю. Вот. Но вот конкретный случай с тем, что если вы будете устраиваться в контору в другой стране, это вполне может быть очень важное. И без этого, может быть, даже не получится.
Так, можете показать пример портфолио с комментариями? Я не совсем понял этот вопрос, если честно. Ну, как я это себе делаю? Есть люди, они там тебе, ну, следуют за кем-то, да, там себе это все набирают, там такая пачка растет. Вот, я обычно так не делаю, потому что потом, ну, то есть есть такая в Гугле такие штуки, как закладки, да, ты делаешь, вот. Так вот у меня в каждой закладке есть еще по 1000 закладок, и я не помню того момента, чтобы туда реально залез и что-то там нашел потом. Вот, поэтому я ориентируюсь так, если мне понравилась работа, я там, типа, скачиваю себе, какое-то время на нее любуюсь, вдохновляюсь, потом выходит новая работа, я ей вдохновляюсь и так далее. Поэтому конкретно чего-то такого предложить я не могу, но если надо, могу что-то потом поскидывать тех артистов, от которых я, например, фанатею. Там. Но, вот, некоторые из них на китайском, поэтому там проще скинуть, как это называется. Вот так. Так, можно ли использовать аккаунт, допустим, SketchUp, веб-сайт использовать для отображения в обмен 3D-контента в интернете, для презентации своих моделей, все что угодно. SketchUp классно, тем более если 3D-шка, крутишь, вращаешь, все понимаешь, вообще обалденно. Чем вы более доступно донесете свой скилл до потенциального работодателя, тем круче. Любые технологии. Да, я сначала спрашиваю, обращаете ли вы сначала на портфолио, да. Вот. Но были какие нюансы? Я как-то нанял человека, у которого было хорошее портфолио. Вот. Но потом как-то я не совсем обратил внимание на типа его скиллы, там все такое. А потом оказалось, что у него очень маленький опыт работы. Вот. И, собственно, это и показал в самой работе. То есть у него. Он несколько ярких там элементов умел делать, кайфовых, которые реально классно смотрелись и подходили под наши вакансии. Но реально он дальше не двигался. Вот. И нам пришлось с ним расстаться, потому что, ну, как бы, работа не получилась. Поэтому сейчас, получив уже такой опыт, я сначала смотрю на портфолио, потом обязательно читаю, что вообще человек из себя представляет, какой у него опыт работы и так далее. Вот, это очень важно. Особенно я теперь еще смотрю, в каких конторах он работал. Если нам надо, я всегда могу написать запрос в эту контору и спросить, как же человек себя там вел, вот, как он ушел оттуда. Вот, и точно такие же вопросы задаю на собеседовании. Вот, это так, так принято. Да. Я парочку моментов пробовал, они провалились у меня откровенно. То есть сейчас мой рабочий процесс, ну, конкретно в компании, где я занимаю должность арт-директора, примерно такой. То есть у нас с утра летучка обязательно, там минут 5. Вот, мы обсуждаем дела, которые будем делать приоритетные на этот день. После этого все занимаются своими делами и в определенный момент времени я просто отсматриваю работы, которые нужны. Всю почту и прочую такую всю требуху, которую надо обязательно делать, я делаю вечером. Все планы, которые надо составлять, а их тонны, я делаю вообще по ночам, потому что их больше некогда делать. Вот, и что плохо, иногда начинаю делать уже на работе. В последнее время делаю только на работе. Вот. Конкретно чего-то такого, именно планирования времени, у меня не получилось. Я был даже на лекции у одной, забыл ее имя, вот, если кто-то помнит, короче, я не помню, как ее правильно зовут, но, в общем, она написала книгу, как же она называется-то сейчас, «Путь дизайнера-маньяка» или что-то такое. То есть, кто читал, вообще обалденная книга, реально. Вот я всем советую, вообще космос. Там как раз вот эти всех вещах, о которых мы сегодня говорили. Я был в Минске на презентации этой книги, по-моему, этой или другой. Вот. Она была там вживую, то есть она там рассказывала все эти штуки. Вот. И она прям такая, ну, типа, вообще четкая. Там, 5 минут на это, 10 минут на это, там, ну, такое, жесть. Вот. И она даже, по-моему, цветы не все взяла, потому что у нее не было на это времени. То есть вот так. И я пришел, это все как-то... Нет, вообще, она выглядела классно. Вот, все было хорошо. И
Я пришел, это все, поставил себе на таче типа, будильники на все эти этапы, думал, сейчас вот я сделаю это к этому времени, в обед пойду на это время. Это посыпалось сразу же, короче. То есть, вот, второй будильник я уже все, профейлил, короче. Вот, я понял, что, наверное, это пока не мое, вот, но мой режим пока какой-то такой нормальный. Единственное, что вам надо делать, это спать. Это точно. Потому что я на этом обжегся очень сильно в свое время. То есть, сон должен быть обязательный в вашей жизни. Так, так. Что тут еще? Насколько скоростной должна быть работа в 3D-пакете? Есть ли конкретные требования по скорости и какие? Ну, короче, вы же не печатный станок. То есть, ну, есть определенные требования там. Персонажку, в зависимости от качества, вы там должны... Ну, у нас такое требование, по крайней мере. Хороший персонаж и игровой... мы выставляем на него срок типа там 3-4 недели, там концепт 2 недели, ну и так далее. То есть во всех фирмах свои требования, потому что у них свои требования. Так, да, Яна Франк, все правда. Яна Франк это вот эта женщина, о которой я говорил. Она прям, я очень советую. Так, дневник дизайнера-маньяка, ее книжка, всем советую прочитать. Так, получается ли у вас вести какой-нибудь здоровый образ жизни отдельно от работы? Есть время на что-нибудь, кроме работы? Да, в последнее время я могу даже немножко с собой гордиться, я это делаю. Вот, что мне помогает и мотивирует? Не так давно мне жена подарила вот такие часы. Вот, в чем их смысл? Они не в том, что туда приходят все сообщения с телефона, вот, а в том, что... И это удобно на самом деле. Особенно в дороге, вот. А в том, что вся эта штука, которую ты делаешь за день, активная, она типа скидывается в общую мировую движуху, и ты там, и там есть такой рейтинг, как бы, там, сколько людей, сколько ты прошел сегодня в день, сколько ты там сегодня проплыл, сколько ты там сегодня этот. И там есть такие небольшие соревнования, на самом деле. Вот. И за выполнение определенных там... вот сейчас я участвую в соревнованиях на 50 тысяч шагов, типа, за неделю. Вот, и когда ты там, можно победить в этом соревновании, получаешь там специальную ачивку за это, там, она тебя мотивирует, эта штука пишет, давай иди, короче, ты отстаешь от своих ребят, там, ну, то есть, это реально классный девайс для людей, которые вот любят что-то цифровое и хотят еще при этом шевелиться, то есть, я стараюсь вставать больше на рабочем месте, хожу в бассейн, этим я занимаюсь, это надо обязательно делать. Вот, но вот такие мотивашки себе надо делать, я очень советую, очень прикольная штука, прям вот она подрывает каждый день, и я прямо так, если могу пройти на пару километров больше, делаю это, потому что, ну, чтобы, типа, быть повыше в рейтинге, иначе, ну, как бы хреново. Так, что еще? Да, дневник дизайнера-маньяка пишет. Так, сколько мы работаем? 18:55, ну 5 минут еще есть. Если чего-то прям вот очень хочется, то давайте я попытаюсь ответить. Потому что все не впихнуть на самом деле. Если есть вопросы. Ну, так, ну тогда, давайте, может, я финальное слово скажу. Вот, мне очень приятно, что вы пришли. Надеюсь, это было полезно для вас. Может быть, немного скомканно, но я честно признался, почему это произошло. Вот. И спасибо, что вы есть. Я бы очень хотел, наверное, что-то подобное услышать, когда я начинал. И я надеюсь, что вам это как-то помогло. Даже если это будет 5%, я буду счастлив. Спасибо вам большое.